Встреча старых знакомых на льду, актер сериала «Молодежка» Макар Запорожский и тренер хоккейного клуба «Иваново» Александр Костенко. Последний попросил приехать герой известной картины для поднятия боевого духа. После съемок я заболел хоккеем очень, пошел, нашел любительскую команду, стал с ними заниматься, тренироваться. Саша был там тренером, это было в Москве еще. Потом вот 3 года позанимался очень плотно, потом родился ребенок, время перестало, как коньки на гвоздь. И Саша тоже уехал сюда своим делом заниматься. Вместе с Макаром в Иваново приехал и продюсер проекта Дмитрий Табарчук. Ребятам подарили теплые вещи и сертификаты на клюшки. А еще много добрых слов, селфи и автографы на память. Ситуация с хоккеем в регионе непростая. Важна любая поддержка. Мне кажется, такой разбитый корыт, как в Иваново, с этим делом много где. То есть культ это в Канаде, как мне кажется, где каждый 10 человек хоккеист. А у нас как бы это как и национальная идея, которая денег нет, но вы держитесь. Ледовый дворец, который обещает построить для ивановцев «Газпром», вероятно, поменяет ситуацию в лучшую сторону. В качестве рабочего варианта выбрана площадка на улице Третьей Комвольной. Здесь строили катки и в МЧС, и институт, и еще много обещали, но до дела так, к сожалению, пока не доходило. Я буду очень радоваться, если здесь построят ледовый дворец. То есть он здесь нужен, но мы будем работать тогда, я надеюсь, и бесплатный будет хоккей, и люди будут знать, что хоккей доступен каждому ребенку, и мы будем над этим работать. А пока ледового дворца нет, посмотреть на хоккейные баталии можно в спорткомплексе «Олимпия». 15 сентября в 13 часов всех жителей области приглашают посетить очередной хоккейный турнир с участием команд из Переславля-Залесского, Коврова, Фурманова и Иваново. Ну а продюсер «Молодежки» пообещал, что в следующий раз привезет всех актеров сериала и устроит на льду настоящий баттл с ивановскими хоккеистами. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.